В обычный красноярский двор сегодня высадился коммунальный спецназ. Целая бригада дворников приехала на площадку и начала отовсюду вычищать снег и лед. Помогала работникам уборочная техника. На вопросы удивленных местных жителей мужчины с лопатами гордо отвечали: они отряд быстрого реагирования. Приезжают только в экстренных случаях, когда двор сильно заметен и дворник в одиночку не справляется. Такой коммунальный спецназ создали на базе муниципальной управляющей компании. Выезжают при необходимости дворники-десантники во все районы. Города. Два раза в неделю здесь прохожу по этому двору. Ну, впервые вижу вот уборку улиц, чтобы чистили именно вот техника и люди с лопатами. Если бы они работали хотя бы раз в неделю, так, я думаю, было бы все хорошо. Ну, или после, например, снегопада какого-то большого. Надо делать же работу, выполнять. Ну, если так, значит, спецназ, мобильная бригада, где плохо, там... Там и мы. Мы поддержали инициативу главы города о том, чтобы начать вакуумную уборку дворов. То есть не просто уже двор мести стандартной метелкой, да, а уже все-таки его готовить, пылесосить, чистить и, соответственно, убирать весь этот, то, что образуется во дворе, уже вывозить с территории.